Первый день выставки ProdExpo, и мы продолжаем общаться с нашими гостями, с экспонентами. Ольга, расскажите о вашей продукции, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается производством пищевых красителей. Наши пищевые красители могут быть интересны домашним кондитерам, кондитерам-профессионалам, а также производителям любых пищевых продуктов и предприятиям хорика для того, чтобы придавать цвет различным продуктам питания. Вы к нам тоже пришли со своими продуктами, да, чтобы показать, и я знаю, что у вас здесь есть хит продаж и две новинки. Расскажите вкратце о чем. Да, совершенно верно. Пищевые красители Credo S – это красители хит продаж, высококонцентрированные красители, которые используются в основном кондитерами и профессионалами. Они позволяют получать очень насыщенные цвета. Есть креативные оттенки с эффектом электро, с эффектом перламутра. Вот. В этих красителях у нас нет запрещенных красителей в составе. Состав полностью безопасен, поэтому они пользуются особой популярностью. И также две новинки, которые у нас вышли недавно. Это цветочная пыльца и жемчужная пыльца. Жемчужная пыльца, цветочная пыльца. Эти красители позволяют декорировать поверхности уже готовых изделий и придавать им различные эффекты, например, эффект металлик, эффект бархатистой поверхности какой-то, что особенно нравится потребителям, чтобы получать какие-то новые ощущения. Ольга, спасибо огромное. Вы не переключайтесь, мы скоро вернемся.